Итак, добрый день. Сегодня мы с вами создаем наш план подвального этажа. Этапы его построения достаточно просты. Я сейчас буду рассказывать их по пунктам до оформления нашего плана. В первую очередь, что мы должны с вами знать? Нам необходимо разблокировать все необходимые нам слои. А конкретно, на самом деле я сейчас заблокирую все и буду разблокировать только те, которые мне нужны. Зажатой клавишей Shift выделяю все. Блокирую. Что мне не потребуется сейчас? Нажимаю функцию «Разблокировать выбранный слой». Мне понадобится слой с осями. Мне понадобится слой нашего облицовки. Мне понадобится слой утеплителя. Мне понадобится слой внешний наш несущий. Зайду в свойства слоя, так будет проще показывать. Утеплитель, оси, облицовка, несущие. Название чертежа тоже разблокирую, пускай будет. Лестницу перенесу. Дальше. Крыльцо мне не нужно. Лестница мне не нужна. Так, несущие стены и колонны на всякий случай разблокирую. Уже не помню, в каком слое я что сделал. Окна, двери мне не нужны. Перегородки мне не нужны. На данный момент при переносе площади не нужны, размеры не нужны. Все остальное мне не нужно. Итак, что я сделаю? Выделяю все элементы. Один раз нажимаю левой клавишей мыши в правом нижнем углу, тяну в левый верхний. Выделяю весь мой план первого этажа. Воспользуюсь функцией копирования. Перенесу его, получается, в левую часть от моего домика, чтобы они вот у меня в три штуки располагались между собой. Итак, что я делаю теперь? Замыкаю все мои контуры. Выделю. И соберу в замкнутый контур. Соединить. Мне сейчас без разницы, в какие контуры во что объединились, я все равно буду их корректировать. А конкретно, я сейчас удалю утеплитель, облицовку. Утеплитель, облицовку. Меня интересует только внутренняя несущая, внутренняя грань моей несущей стенки, чтобы она полностью совпадала. Вот таким вот образом. Что я делаю теперь? Снова соединю в замкнутый контур. Они могли соединиться в разной последовательности. Замкну все элементы. В плане чего? Мне не нужны сейчас окна, двери. В подвале у меня их не будет. Там у меня будет уровень земли. Соберу все в единое целое. Соберу все в единое целое. Нажимаю левой клавишей мыши и просто перетягиваю необходимые мне маркеры. Проще было на самом деле при помощи функции сместить сразу же построить необходимые нам элементы. Но так как я уже начал, давайте продолжим. И покажу второй метод, при помощи которого можно было все это намного быстрее сделать. Почему-то его сразу же не использовал. Соединяю все элементы. Вот таким вот образом. Как можно было сделать это быстро? Давайте удалю и снова перенесу. Выделяю все элементы снова с плана моего первого этажа. Копировать, переношу в левую часть. Дальше что я делаю? Мог на самом деле удалить облицовку, удалить утеплитель. Мне потребуется только основной мой несущий контур. Контур моих основных несущих стен. Давайте я выключу сейчас несущие для отображения и просто потру все, что мне не нужно.
активирую мои несущие. Дальше что? Если не замкнуты были несущие, собираю их в единый замкнутый контур. И теперь уже соединяю. Мог воспользоваться на самом деле при помощи функции растянуть, но я буду самым простым методом пользоваться. Подсветили, соединили. Подсветили, соединили. Внутренние несущие обязательно остаются на тех же самых местах. Мы их никуда не меняем, никуда не двигаем. Помним, что толщины линий у нас уже настроены. Выделяю все. И при помощи функции обрезать удаляю наши проемы под двери, те же самые, которые были внутри. Удаляю проемы под окна двери. Собираю коробочку в единый замкнутый контур. Итак, теперь у меня образовалось 380 мм кирпич, мой основной несущий слой в подвале. Стены подвала могут состоять из различных элементов. Я буду использовать три слоя кирпича 640 мм. Это три слоя из двух сторон замазанных цементно-песчаным раствором еще плюс. Вы можете использовать и газобетон, и тот материал, который либо требует от вас заказчик, либо вы сами подбирали его. Ну, необходимо также было рассчитать, выдержит или нет домик. Я предполагаю, что да, и он из трех слоев кирпича будет у меня составлять мой подвальный этаж. И как сделать это быстро? В первую очередь, что мы с вами делаем? Выделяем нашу внешнюю границу. Проверю толщину, воспользуюсь линейкой. Какая у меня толщина? При помощи расстояния. 380 мм. У меня 540 мм должна получиться моя стенка. Открываю калькулятор. 380 минус 540. Получается 160 мм. Что я делаю? Получившийся свой замкнутый контур, я при помощи функции сместить, смещаю на те же самые, сколько там у меня было, 160? Я помню, да, что должно быть 640, 640 минус 380. 260 мм. 260. Смещаю на 260 мм в сторону. И удаляю тот контур, при помощи которого я производил смещение. Я не двигал стены. У меня внутренняя моя граница стен осталась точно там же, где и у меня на плане первого этажа, чтобы ничего не провалилось, ничего не сместилось, нигде ничего не полопалось. Фундамент у меня стал шире на 20 мм из-за того, что у меня здесь три слоя кирпича. Конкретно как делается переход от наших 620 к 640, я рассматривал в теме разрезов. Там объект у нас немножко другой, но суть одна и та же остается. Итак, вот получился мой план подвального этажа. Что я должен знать? Если у меня есть по заданию чертеж данного плана, либо ТЗ по разработке плана подвального этажа, я делаю его функциональное назначение, все полностью разрабатываю от и до. Для этого мне необходимо с вами знать отметку нашу и уровня земли, где у нас земля располагается, и отметка пола подвального этажа. Обычно подвальный этаж делается меньше. В данном случае я буду делать подвальный этаж 270 мм отметка пола. Вспоминаем, у нас с вами на плане первого и второго этажа была отметка пола 3 метра. Ну, плюс 3, там 6, 3, 6 метра и так далее. В данном случае у меня высотная отметка на плане моего этажа, на плане моего подвала, будет минус 2700. То есть она ниже отметки нашего нуля. Проверяю себя, измерю, что у меня 640 мм моей стены. Меня абсолютно устраивает. Что вам нужно знать? Если у вас план подвального этажа располагается под вашим гаражом, там можно устраивать только технические помещения. В
В подвале нельзя обустраивать помещения для длительного пребывания людей. В основном там всякие складские, бытовые помещения и так далее. Нельзя делать спальню, нельзя делать кухню. Некоторые делают сауну, но по нормативам она тоже нежелательна, ее там расположение. И исходя из расчета теплотехнического, передача тепла будет идти с пола, да, у вас будет греться ваш первый этаж. Если вы некачественно распределите вентиляцию, то там будет все плохо. В подвале будет очень сыро всегда. Поэтому нужно там качественно оборудовать вентиляцию. То, что касается нашего спуска в подвал. По плану он может находиться и в доме, или, если невозможно организовать спуск в подвал в доме, мы его размещаем рядышком с нашим объектом. Давайте распределим сначала, как делается он в доме. Да, внутренняя планировка плана подвального этажа абсолютно на ваше усмотрение. Там дальше ставятся перегородки, в несущих можно прорезать те же самые проемы, либо двери. То, что касается нашей лестницы. Вот у нас с вами была лестничка, выполнена изначально. Насколько помню, она у нас в блоке была. Абсолютно верно. Я ее сдублирую расположение с плана моего второго этажа в данный момент. Она у меня была перенесена, на первом этаже она у меня удалилась. Я ее выделил, нажал функцию копировать, выделил, копировать и привязался за пересечение моих осей. В данном случае ось 3 и ось В. Копировать, ось 3 и ось В. Вставил. Здесь она у меня будет располагаться вот в этом месте. Окей. Что я должен сделать далее? Далее мне необходимо добавить штриховку и все необходимые размеры. Давайте я сделаю планировку внутренней части нашего подвала, что там будет еще располагаться, как минимум два наших помещения. Но в первую очередь я сделаю не в штриховке, а в несущих. Сделаю, во-первых, нашу дверь, чтобы под гаражом у нас с вами располагалась. Сейчас в панели свойств я случайно толщины линии увеличивал, когда пояснял в предыдущем видео. Вернул их назад, значение послоил. Сделаю дверь. Пускай это будет у нас техническое помещение, ширина двери 700 мм. Я ее сделаю с отступом. Пускай на метр от стены. Сместить. 700 мм. Смещаю вверх. Вырезаю. Дальше перейду в слой перегородки. Во-первых, разблокирую слой с перегородками, перейду в слой перегородки. Замоделирую, что у меня внутри будет располагаться еще несколько помещений. Обязательно замыкаю в замкнутый контур. Дальше еще создам несколько участков помещений. В данном случае пущу их по лестнице, чтобы у меня лестница была ограждена. Сразу же, пока моделирую, напоминаю вам то, что это не универсальный метод построения. По факту, вы обучаетесь работе в программном комплексе. Это не значит то, что вы будете знать его наверняка. Это не значит то, что этот дом с вероятностью 90% да, можно построить, но все-таки его нужно перепроверять. Мы только учимся делать планы, чертить и работать в программном комплексе, стараясь максимально придерживаться нормативно-технической документации, которая у меня во всех видео с ссылками добавлена, актуализированная на последний день. Итак, пускай у меня будет все помещения, по сути дела, кладовки, 700 мм. Сейчас сначала сделаю смещение 100 мм от моей колонны. И 700 мм вход. Здесь то же самое. Удалю. Сделаю проемы.
Не удалите случайно часть осей. Итак, вспоминая то, что у меня отметка пола 2700, посмотрим, какая лестница у меня впишется при стандартных значениях. Опять же, посчитаю. Высота потолка у меня, расстояние от пола до пола 2700. Я буду подбирать лестницу при стандартном значении. Напоминаю, что в гости высота подступенка, это вот как раз шаг, нормированный для данного типа объекта, варьируется от 130 до 220 мм. Мы с вами подбираем согласно высоты нашего этажа. Давайте попробую я поделить на 150, посмотрим, что получится. 18 подъемов. Окей, меня лестница это полностью устроит. Так как это подвал, и режется он у нас на высоте 1 трети от высоты этажа, по факту я увижу 4-5 ступеней своей лестницы. Но для начала мне ее необходимо сделать целиковую, чтобы потом ее подрезать. И остаток лестницы отобразить на плане первого этажа. И доделаем наш план первого этажа. 18 подъемов. Считаю, какая лестница у меня была стандартная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Меня не устраивает. А давайте еще раз попробую посчитать. В данном случае при высоте подступенка 200 мм у меня было рассчитано. 270 поделю на 200. Некорректно, неинтересно. Поэтому все-таки будем делить на 150. 150. 18 подъемов. 18 подъемов, 17 ступеней в забежной нашей лестнице. Итак, я в данном случае данную сборку отредактирую. Я ее скопирую в сторону. И при помощи функции расчленить разобью. Что мне необходимо сделать? Мне нужно дорисовать остаток ступеней нашей лестницы, чтобы она желательно выходила точно там же, где у меня лестница будет на плане первого моего этажа. Итак, здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 наших ступеней. Мне нужно добавить еще 3 ступеньки. Пускай они у меня будут располагаться как раз в нижней части моего, ну, в начале моего подъема. 300 мм. И начинаю смещать. 1, 2, 3. Подсвечу необходимый мне отрезок, чтобы выбрать текущий слой. Соединяю. Enter. Соединяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 подъемов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Точнее, 18 подъемов, 17 ступеней. Все мы сделали верно. Теперь я соберу в сборку. Создам сборку. Лестница. Лестница. Подвала. Укажу базовую точку для вставки. Опять же, крайнюю. Объект у меня выбран. Все в миллиметрах. Окей. Теперь я могу стандартную эту лестницу удалить. Мне она уже не нужна. Напоминаю о том, что как делать сборку лестницы, я рассказывал вам в видео по плану первого нашего этажа. И стыкую. Немного некорректно получилось. У меня человек сразу же упирается в лестницу нашу. Либо мы будем лестницу делать снаружи нашего объекта, либо все-таки оставлю внутри и немножко смещу, чтобы у меня осталось расстояние. Давайте сделаю так, что немножко смещу. Итак, при помощи функции перенести. Смещу все контуры, пускай у меня помещение будет выглядеть немного иначе. Удалю все, что мне не нужно.
Пускай у меня будут вот такие кладовые помещения. И здесь я еще сделаю просто перегородку. Перегородка. Вот таким вот образом. Теперь что мне необходимо знать? Лестница данная, это у меня, подрезается. Мы ее видим только на высоте секущей плоскости. Поэтому что мне необходимо сделать? Мне ее необходимо подрезать. Я разберу сборку, выделю ее, расчленю. И удалю в данном случае 1/3 от высоты этажа. Мы поделили, у нас получается с 4-5 ступеньки должна пойти подрезка. Удалю все, что мне не нужно сейчас. И дорисую. По факту у нас с вами должна получиться молниеобразная линия, которая будет показывать, где у нас с вами подрезалась наша лестница. Скрою, чтобы мне не мешала перегородка. Это удалю. Подведу. При помощи функции сместить. Добавлю еще ступеньки, которые попадут у меня в область вида. И обрежу. И обрежу. Восстановлю вид. И могу уже не собирать в замкнутый контур нашу лестницу. На данном этапе это уже не нужно. Здесь я увижу подрезанную лестницу. Мне еще не хватает направления движения подъема. Это стрелочка и кружочек. Но сначала я доделаю всю остальную оформительскую работу. А конкретно я сделаю штриховку и внутреннюю, и внешнюю. Чтобы сделать внешнюю штриховку, я зацепляюсь за внешний контур и смещаю его на 800 мм в сторону относительно нашего объекта. И перегоню его в слой, который не видим у нас для печати. Это нулевой слой. Проверю, зайду в свойства слоя. Нулевой слой. А, у нас он виден для печати. Ну, давайте его либо выключу, либо перегоню. DevPoints у нас с вами не печатается. Перегоняю его в слой DevPoints. DevPoints. Он так и называется, DevPoints по умолчанию. Либо я мог оставить его в нулевом слое и выключить его для печати. Все равно я нулевой слой нигде не использую. Как вам будет удобно. На данный момент я скрою для отображения оси. Мне они не нужны. Ну и скрою на данный момент лестницу, чтобы случайно ее не закрасить. И скрою перегородки, потому что штриховка у меня... А, штриховка у меня кирпича используется. Когда долго делаешь ревит, там газобетон, у меня на данный момент везде все останется кирпич, кроме штриховки земли. Итак, что я делаю дальше? Воспользуюсь штриховкой. Штриховка. Сейчас он у меня немножко подумает. На данный момент у меня компьютер немного умирает, потому что все-таки возраст у него достаточно приличный. Но надеюсь, что когда-нибудь я его обновлю. В первую очередь мне необходимо выбрать слой штриховка и разблокировать его. Штриховку выполняем в слое со штриховкой, возвращаясь назад в штриховке. Выбираю сначала штриховку нашего кирпича. Масштаб у нас с вами мы используем 0,35. Прошу прощения. Штриховка, аннотативный, 0,35. И общелкиваю все необходимые мне элементы. В данном случае он у меня воспринял, что штриховка внутри нашего домика тоже мне нужна. Значит, где-то у меня контур разомкнутый. Да. Выделяю все, собираю в замкнутый контур. Смотрю, чтобы контуры у меня в итоге замкнулись и не было нигде у меня просветов. Теперь вроде бы их нет.
Снова возвращаю штриховка. Снова аннотативный 0.35. Все равно закрашивает. Давайте поступим еще проще. Выключим для отображения слой нулевой. Штриховка. Аннотативный 0.35. Выбрать объекты. Через объект он должен выделиться уже нормально. Объект он сделал хорошо. Теперь заштрихуем оставшиеся наши элементы. А конкретно это перегородки. Перегородки, колонна. Колонна, прошу прощения, железобетонная. Перегородки, перегородки. Все. Теперь что я сделаю? Включу для отображения все слои, которые у меня остались, но выключу оси. Выключу на данный момент лестницу, чтобы она мне не мешалась. И теперь что я делаю? Перехожу в слой штриховка. Раскрываю образцы моей штриховки. Мы с вами будем использовать штриховку поверхности древесины нашего земли. В подвале нам необходимо указать то, что этот этаж у нас располагается под землей. А для этого мы используем штриховку поверхности земли. В автокаде наиболее адекватно подходит штриховка Ghost Ground. Три наклонные линии. Это штриховка нашей земли. И выделяю контур. В случае штриховки земли, нажму два раза Escape, подсвечу чисто штриховку земли, можно использовать немножко увеличенный масштаб, насколько я помню, единица, чтобы она смотрелась более четко. Да, единица мне больше всего подойдет. Включаю все слои и выключаю для отображения слой наш нулевой, либо DevPoints, где располагалась штриховка. Всегда штриховка земли должна, по сути дела, показывать тело в штриховке. То есть у нас с вами начало, углы наклонов штриховки одинаковые со всех сторон. Под одинаковым углом, по сути дела, они продолжают друг друга. Поэтому хаотично, либо ежиком в разные стороны, мы с вами штриховки поставить не можем. Что мне необходимо сделать дальше по данному объекту? Ну, опять же, перейду в слой размеры. Размеры. Сейчас посмотрю на плане первого этажа, какой слой использовался у меня для размеров. Размеры с нижним подчеркиванием. Перехожу в слой размеры. Разблокирую его. Дальше. Ну, на самом деле я мог подсветить и воспользоваться командой сделать текущим. Перехожу в аннотации. У меня подходит... Сейчас посмотрю, какой у меня Isaac Pure использовался. И я также буду использовать Isaac Pure. Линейный, аннотации, Isaac Pure. Посмотрим, да? И расставляем опять же размеры. Первый размер у нас с вами пойдет между крайними осями. Дальше, Enter. Между каждой из осей в отдельности ставим первый размер, пользуемся функцией продолжить. Два. 3. И габаритная размерная цепочка. Чисто изменение геометрии моих стен. Продолжить. Снизу у нас также 3 размера между крайними осями. Между каждой из осей в отдельности. Функция продолжить во вкладке аннотации. И габаритная размерная цепочка. Чистое изменение геометрии моих стен. Обязательно, еще раз повторяю, справа и сверху у нас чисто габаритные размерные цепочки. Потому что оси у нас не сложной формы, ни под углом, ни наклонены, никак не меняется у нас с вами основная геометрия привязки нашей стены. Но стены сами поменялись, поэтому я оставляю только габаритную размерную цепочку. Сверху использую тоже только габаритную размерную цепочку. План первого этажа превращается у меня либо в план подвального этажа, либо в план
на отметке минус 2700. Но тогда мы не можем использовать с вами на всех остальных планах. План первого этажа мы должны писать тоже план на отметке. Не забывайте это учитывать. То есть мы можем с вами написать в данном случае либо одно, либо второе обозначение плана. Сейчас покажу на примере. Либо план подвального этажа, либо план на отметке. Ну, либо план цокольного этажа, в зависимости от того, что вы делаете. Но если я использую отметку название чертежа план на отметке минус 2700, тогда и план первого я должен переименовать на план на отметке и последующих этажей тоже. Поэтому используется только одно обозначение. Дальше что я сделаю? Ну, во-первых, нумерация наших помещений. Включу все элементы. Разблокирую все слои. Ctrl-C, Ctrl-V. Ноль один. Копировать. Разношу второе, третье, четвертое помещение. По поводу того, как нумеруется помещение и блок с атрибутами, рассказывалось в предыдущем видео. Три. Четыре. Площади. Опять то же самое. Я перехожу во вкладку, меняю слой на площади полилиния, делаю его активным. И начинаю обрисовывать мои помещения. Туда, где может ступить нога человека. Обрисовываю полностью все контуры. Площади обычно расписываются без учета лестницы, так как чаще всего еще до конца неизвестно, где она будет располагаться, поэтому площадь идет без расчета наличия лестницы. Но обычно это не значит то, что стопроцентно. Вам могут попросить сделать, чтобы лестница была учтена площадь с лестницей. То тогда вы выбираете площадь за 1-2 ступени. Ну, площади, я думаю, что мы с вами расставить уже сможем. В предыдущих видео об этом много раз говорилось. Включу для отображения все, что у нас здесь есть. Что мне еще нужно? Ну, опять же, таблица экспликаций, которая создавалась. Случайно выключил. Таблица экспликаций, которая у нас с вами создавалась. И условные обозначения. Заодно их сейчас отредактирую. Разблокирую все необходимые мне слои, перенесу. Копировать, перенесу сюда. Экспликация помещений теперь уже будет подвального этажа. Подвального этажа. Но нумерация здесь уже легко поменять. Теперь у нас наружная стена. Наружная стена. Кирпич 640 миллиметров. Никакого утеплителя и облицовки у меня уже не будет. Могу спокойно удалить все ненужные мне слои. Смещаю. 640 миллиметров. Штриховку лучше проделаю еще раз.
штриховка. 0,35 и штриховка нашего кирпича. Колонны, перегородки, все остальное у меня используется. Вот таким вот образом. Внутри мне еще необходимо поставить размеры, напоминаю. Но давайте сразу же поставлю, чтобы не было потом никаких вопросов. Проверю, какой у меня слой использовался. Окей. Insecure. Опять то же самое. Размеры. Проверю текстовый стиль. Тоже размеры. И создаю. Во-первых, мне нужна габаритная размерная цепочка, проходящая через весь объект по максимальной его длине. Это у меня габарит моей, получается, стенки. Дальше. До помещения, перегородку я пройду. До границы помещения, перегородка. Несущая моя стенка. Размеры мы с вами не оставляем ни в штриховках, ни в несущем элементе. Поэтому размеры не забывайте разносить. Вот таким вот образом. Теперь внутренние размеры. Напоминаю то, что нам необходимо поставить. Это привязка двери к стене и сама дверь к ближайшей. И мы можем ее включить в общий размер данного помещения. Ширина, глубина каждого помещения. Здесь я могу поставить размер линейный чисто выступающей части, потому что в данном случае у меня эти помещения по глубине вот это суммарной будут одинаковые. Дальше, что мне необходимо, поставлю размер здесь. Дальше поставлю размер для помещения под моим гаражом. Здесь уже размеры я ничего никуда не включал, показал их отдельно. Идеальный вариант — это когда отдельно привязана дверь и отдельно есть размеры, чтобы не приходилось объяснять строителям. Здесь не хватает только площадей на лестнице направления стрелки, на которой я уже буду говорить при оформлении того же самого разреза. Все остальные видео по домикам есть, да, там делается немножко другой домик, но основное, что нам нужно понять, — хронология действий. Если что-то необходимо добавить в видео, либо продолжить на основании этого домика этапа построения, пишите в комментариях. Очень люблю периодически почитать комментарии. Очень много лестных. Спасибо, что были здесь. Скоро еще с вами увидимся. По основным командам AutoCAD научу вас быстрым клавишам, чтобы можно было быстро оптимизировать выполнение всех процессов. Также будут небольшие доработки этого же самого домика, и сможете все это посмотреть. А дальше у нас с вами по плану Revit еще на сегодня. Видео не так часто выпускать, потому что есть еще лекции для моих студентов, которые в отдельном канале располагаются, но здесь же, в плейлисте, который заблокирован для всех остальных пользователей. И да, они, видео-то есть, просто времени не так много. Да и плюс проблемы с компьютером сейчас некоторые. Вот. Все, еще с вами увидимся. Забыл еще один размер, давайте его поставим, чтобы уже сразу же с спокойной душой я смог работать дальше. Итак, я ставлю линейный, вертикальный-то я провел габаритную цепочку внутри нашего объекта, горизонтальный-то не провел, хоть бы мне кто подсказал. В первую очередь я буду использовать, ну, и размер из помещения удалил. Линейный поставлю обозначение 640, дальше воспользуюсь вкладкой аннотации, продолжить и общелкаю все необходимые мне элементы. Здесь у меня уже в помещении размер этот есть, я его сейчас смещу, 640. Этот размер я могу удалить, этот смещу. Нумерацию помещений тоже передвину. Размеры достаю из всех основных несущих элементов. Мне не нельзя, чтобы они располагались в них. Вот таким вот образом. Все.
Видео будет дополняться постепенно. Еще с вами скоро увидимся. Вы знаете, что нужно делать, если вам понравилось то, что я делаю. Делаю это для вас и надеюсь на отзывы. Все, всем спасибо, что пришли. И еще с вами скоро увидимся. Пока.